100 английских конструкций, часть 53, part 53, конструкции isn't. Итак, когда употребляется isn't? Есть несколько основных случаев. Давай с вами разберем пример. For example, это неинтересно. Ну, многие говорят так, it not interesting. Но мы с вами говорили еще, в принципе, в предыдущей части, что это неверно. Есть правило у нас с вами, что если у нас есть время present simple, простое настоящее время, present simple, и у нас нет глагола в предложении, то мы используем форму глагола to be. Соответственно, am, is или are. Если в случае is, если в случае it, это is. Получается, соответственно, мы используем am, is или are. Am, is или are. А если у нас с вами идет it, то, конечно же, это is, потому что he, she и it идет у нас с вами как раз как is. Ну, соответственно, если это отрицание, то мы просто добавляем not и говорим в отрицании he is not. He is not. She is not. It is not. Если же у нас с вами краткая форма, то, соответственно, мы с вами говорим isn't. He isn't. She isn't. It isn't. И здесь, видите, у нас с вами нет глагола, поэтому сказать это неинтересно. It is not interesting. Полную форму. Или же употребить краткую форму. It isn't. It isn't interesting. It isn't interesting. It is not interesting or it isn't interesting. В разговорной речи мы с вами, как правило, употребляем именно краткую форму. Например, он не дома. Опять же, глагола нет. Потом he isn't at home. He isn't at home. Далее, она не в офисе. She isn't. He, she, it, это isn't. She isn't in the office. She isn't in the office. She isn't in the office. Ну, соответственно, например, моя работа. My work isn't tiring. Моя работа не утомительная. My work isn't tiring. Опять же, говоря о своей работе, my work подразумевается, что это it. My work isn't tiring. Далее, my sister isn't a doctor. Моя сестра не врач. Опять же говоря, my sister, мы подразумеваем, что это she. My sister isn't a doctor. Далее. My brother isn't in America. Мой брат сейчас не в Америке. Опять же говоря о своем брате, подразумеваем, что he. Поэтому isn't my brother isn't in America. Ну и, конечно, мы используем также isn't как отрицание во времени present continuous. Соответственно, у нас было present simple, am, is или are. А также во времени present continuous мы используем am, или is или are plus verb плюс глагол plus ing. Соответственно, мы скажем, он работает сейчас. He is working now. Как сказать, он не работает? Можно, опять же, двумя способами сказать. Просто добавить not. He is not working now. Или же употребить краткую форму. He isn't. He isn't working now. То есть, говоря про отрицание, мы с вами действительно можем или просто добавлять not, или же использовать краткую форму. А краткая форма у нас, соответственно, какая в present continuous? Да, ну, соответственно, это am not, aren't, или isn't, о чем мы как раз сейчас с вами говорим. Am not, aren't, или isn't. Значит, получается, he is working now. He is not working now. He isn't working now. Но, опять же, в разговорной речи мы используем именно краткую форму. She isn't listening to
to him. Она не слушает его. She isn't listening to him. Дальше. It isn't working now. Это сейчас не работает. Но мы с вами уже приводили этот пример. Это сейчас не происходит. It isn't happening now. It isn't happening now. То есть, еще раз проверим и повторим. So, present simple. Соответственно, получается, am is are. He, she, it is. He, she, it is not. He, she, it isn't. Examples. It is not interesting. It isn't interesting. He isn't at home. She isn't in the office. My work isn't tiring. My sister isn't a doctor. My brother isn't in America. Present continuous. Am is are plus verb plus ing. Or present continuous. Am is are not plus verb plus ing. Or we can use a short form. Present continuous. Am not aren't isn't plus verb plus ing. Examples. He's working now. He's not working now. He isn't working now. She isn't listening to him. It isn't happening now.